Азербайджан своей деятельностью в Карабахе демонстрирует мир всему мировому сообществу. Под руководством президента Ильхам Алиева Азербайджан и во внешней политике всегда адресует человечеству призывы о мире. Об этом заявил помощник президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджи. Он отметил, что только если будет мир, можно говорить о развитии культуры. Наглядно тому пример, в течение 30 лет в период оккупации, уничтожения, разграбления культурных памятников, культурного следа и наследия Азербайджана в Карабахе. Эта концепция внесет вклад в воцарение мира во всем мире. На форуме Хикмет Гаджиев также отметил, что Азербайджан готов начать переговоры с Арменией о мирном соглашении. Он сказал, что в мирном договоре основными параметрами и принципами являются территориальная целостность и суверенитет государств, неприкосновенность границ. Армения должна признавать и уважать границы Азербайджана. Азербайджан позитивно оценивает итоги сочинской встречи. Отраженные в принятом заявлении мнения, а также результаты проведенных обсуждений свидетельствуют о положительной динамике в реализации поставленных нами целей. Армения также должна в полной мере осознавать изменившиеся геополитические реалии в регионе. Заключение мира между Азербайджаном и Арменией будет в интересах Армении. Азербайджан, в свою очередь, продолжит и впредь прилагать усилия по укреплению мира и стабильности в регионе. В рамках форума было отмечено, что на освобожденных от оккупации территориях с октября прошлого года и по сегодняшний день продолжаются мониторинги. Подчеркивалось, что за это время обнаружено около 400 исторических культурных памятников, около 160 памятников новой истории, свыше 800 культурных учреждений. Состояние 90% обнаруженных памятников плачевное. После окончания мониторингов обратимся в международные организации, добьемся привлечения Армении к ответственности. На форуме был затронут и вопрос открытия в Азербайджане регионального офиса ИСЕСКО. Отмечалось, что подготовительные работы находятся на последнем этапе. Региональный офис будет функционировать в Шуше. Лейла Абасова, Джамиля Мамедова, новости.